Аист – это крик о том, что Иркутск существует. Аист видит героев на этой земле, которым можно дать слово, несмотря на то, что они, может быть, не всегда в том, что называется сейчас в формате. Аист открытый для нас, например, для людей, которые делают кино здесь, на этой территории. Какое счастье, что есть Аист, который видит нас уже сейчас, когда мы, да, маленькие. И после того, как он о нас рассказывает, к нам подходят земляки на улице и говорят, а как посмотреть ваши фильмы? Мы же с вами видим, что за те 30 лет, которые просуществовал Аист, информационная политика на федеральном уровне поменялась просто на 180 градусов. И вспомните, сколько каналов вслед за Аистом один за другим появились, в том числе и в нашем городе. А сейчас почти никого из них не осталось. Когда-то наступит новая эра расцвета регионального телевидения, а Аист тут как тут, он никуда не девался. Он просто сидел в кустах с вилами, как белорусский партизан.